Меня зовут Миша. Я мандрик уникальной группы «Докторский тайник». Всем привет, меня зовут Павел, я участник программы «Тагли», «Тагли для врачей», это отдельная программа, мы все объединены, мы целим, мы идеи, мы все врачи, или заканчиваем лечение медицинское, она построена специально для нас, таким образом, чтобы мы посетили клиники, узнали структуру здравоохранения Израиля и имели полное представление для дальнейшей возможности поехать сюда работать, жить и доучиваться. Кроме того, что посещаем клиники и имеем возможность знакомиться с медициной Израиля, посещаем все культурные места. Я восхищен. Прекрасный мадрихи, прекрасный гид. Все просто классно. Большое спасибо. Привет всем, меня зовут Гриша, я врач, который работает в Москве. Изначально разрабатывал себе маршрут с тем условием, чтобы отобразить весь Израиль, чтобы в наших головах созрело какое-то представление об Израиле. Большинство из нас думают, действительно думают всерьез о репатриации, о том, чтобы приехать в эту страну, так или иначе назвать ее своей страной, своим домом и работать здесь. Очень высокий уровень поездки, очень высокий уровень организации поездки, очень высокий уровень отдачи, самоотдачи наших руководителей, наших гидов, мудряков. И за это им огромное спасибо. Я Маша из Риги. Я думала, что будет очень интересно, но не ожидала, что с нами будут встречаться такие люди, там, директора больниц. Я второй раз в Израиле, многие вещи здесь так видела, но мне было все равно очень интересно, потому что все равно каждый раз узнаешь очень много нового. Мне было удивительно, потому что я часто была в разных группах, но вот чтобы так все бегали за экскурсоводом, такой кучкой, и ротация за место около экскурсовода вообще с боем проходила, этого я еще не видела. Всех будущих участников ждем, а всех участников, которые были, оставайтесь на связи, не теряйтесь. Будем видеть. Счастливо. We'll be right back.